Родственника депутата Государственной Думы Анатолия Гришневикова проверяет Следственный комитет. Напомню, в среду мы рассказывали о том, что сотрудникам Борисоглебского торгового предприятия долгое время не выдают зарплату. Директором предприятия является родственник парламентария Анатолий Матюхин. По предварительным данным, задолженность составляет около 170 тысяч рублей. Свою проверку по данному факту провела прокуратура. Также генеральному прокурору России Юрию Чайке направлено обращение для установления факта. Оказывал ли Гришневиков давление на главу Борисоглебского района при назначении на пост руководителя предприятия своего родственника? Проверку сейчас проводит и Следственный комитет. В рамках доследственной проверки выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление в действиях руководителя коммерческой организации признаков состава преступления, предусмотренного статьей 145 прим. Уголовного кодекса Российской Федерации «Невыплата заработной платы». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.